Привет, богатыри. Небольшая проблема возникла. Ариант Зельц острый. Купил я в красном-белом. Красное-белое магазин такие. Неплохие магазины. Помещения, конечно, маленькие. И Зельц сам неплохой. Стоит 60 рублей, около 60. Ну вот кости. Это даже не хрящики, а кости. Вот хрящик я бы разрезал. Прям кость настоящая. Какие-то зубы, что ли? Может, это зуб свиной. Может, это свиные зубы. Ну, в общем, нехорошо, конечно. Костей здесь явно быть не должно. Но на этом все. Пока, ребята.